Всем доброе утро. Утро, как говорится. Вот, выезжаем сегодня. Поехал проверять капканчики. Вездеход у меня стоит. Все, практически половину осталось наколоть. Так, погода где-то не холодная. Была очень сильная оттепель. Так что ладно, подключимся дальше. Думаю, что нормально там с ней хочется нормально идти. Так, приехал тут к ловушке проверить. Что-то ловушка так у меня ящик как-то не так стоит. Иду проверять его. А, вот он. Еще один попался. Горностай. Человек уже сегодняшний день второй. Что-то ящик сбитый, брошенный. Мясо, и вот он попался. Вот этот раз хвостик черный был, то наверное вот он и есть был. Че, на шесте горностая пошло. Так, уницкий тут не видно. Так, это паразита снимаем, никому он не нужен, все равно ставим дальше. Зачем-то ящик вылетел, кто тут лазил, по-моему, непонятно, или мы снегом уронило сырым. Пойдем смотреть хитрую куницу. Тут куница хитрая очень живет. Зайцы бегают даже не вязаны. Понас образовался небольшой. Нет, вроде снова не попало ничего. Ящик здесь стоит. Мясо лежит, а куница не попала. И там он ящик, смотрю, тоже стоит. Снег вон уже намного выше колен. Так вот, мясо там здесь. Все. Так, куница здесь что-то. Вот ушла еще, может. Ну ладно, что, подождем. Едем там чуть-чуть. Деревушки бегали, уже следов практически не остается. Корочка небольшая получилась. Сверху-то появилась у нас. Ну, тепло опять стало. Снегоход-то тут по следу не очень сильно вязнет. Ну, как-то все равно идет не очень легко. Валим дальше, тут капканчики. Что-то кругом лисами опять нахожено. Что капкан кто-то рылся тут. Вот он, что тут. Нет, капкан стоит. А кругом что-то все изрыто. До снега ввалился. Ходят, подходят, но больше не лезут. Кунички нету пока. Еще капканчики есть, но кунички нету. Пока. Снег сырой и стал. Так, по кустам плохо на снег ходит, тяжеловато идет. Ладно, едем дальше. Так, вот прискакал я на пасеку. 49,5 километров проехал. Снежку о-хо-хо. Как бы подсел снежок надо, но все равно ехать не очень так. Я думал, будет лучше. Так что все проверяю, везде пусто. Что-то как гануляться. Опа! Хорь попал. Хорек, хорек. Откуда он взялся, этот хорек? Да, он не стоит денег, я думаю, что много ничего не стоит.
Вот красивая такая зверюшка. Хищник такой. Так вот. Первый хорем я попал сегодня. Конечно, не куница, но все равно. Денег много не, на этом не выручишь. Чем-то они красивые. Красивые зверюшки, но все равно цены на них нет. Небольшой такой хорем. Ладно, снимаем капкан. Да, снежку у нас хорошо, а тут подвалило ничего. Ну, под снежок подсаживаться немного, вот теперь. Так вот. То и где, весна уже подходит. Почти середина февраля. Да, я... Жаль, конечно, что не куница. Ну, и хори, значит, бегают тут. Не дойдем. О, к небу скоро. Крышку надо не поднять, наверное. Опа. А мыши, похоже. Мыши тут грызут, похоже. Попадали. Смотри, пчелы тут живые. Не, вон живые. Пчел ползают. Где бы шляпа, снег упал. Ох-ох-ох. Ладно, не будем пока шевредить. Пусть сидят, пускай пока. Снегу вон, чуть не по пояс валит. Васики. Такие колеи остаются от снега. Зверюшка попала такая. Неценный мех. Красивый, но упал еще. Неценный. Фонарики какие. Ладно, поеду сейчас я. Тут лес недалеко сижу, километров 2-3. Проверю тягу. Так, визуально хотя бы. Ой, снегу скоро. Да. Ладно. Вот так что ползаю по таким кустам. Снегоход идет отлично. Так, вот тягу ищу. Там проехал в один лес. Все вырублено. Приехал в другой. И вот вижу, что тяга есть. Так вот. Там он что-то вижу чернеется. Где-то так. Там он чернеется. Вон там. Так вот есть, похоже. Сейчас мы проедем. Так, удобно, нет ли вот. Проедем, нас не ходит.
обалдеть. Ну, начал делать. Сейчас вырубать. Или на потом оставить. По весне. По насту приехать. Потому что щага тут есть. Так вот. Пустышки сидят. Ну, не так, что больно уже велики, но есть. Ну, давайте дальше пройдем. Вот два очага. Сяга в этом углу есть, иначе не выбрали. Можно пособирать. Ну, или, не знаю, сейчас придумать или потом по насту приехать, вырубить. Думаю, пойди не вырубят. Ладно, сейчас обеду. Тут вот сейчас обеду по этой низине. Посмотрю, как тут есть, нет. Выйду туда кверху. Вон там вижу, дорос торчит далеко. Есть сяга. Ладно, смотрим, сейчас проеду. Так, вот сяга висит, но я ходить сейчас с неохотом в лес. Видите, неохот. Выше колен снегу. Так, где-то я тут еще видел, хорошие клубашки висят. Ну, как бы они не очень большие такие. Вон там в елках торчит, висит. Где он потерял еще одного. Вот в елках там пряталась. Значит, походить так есть еще. Пряталась такие. Ну, ходить, конечно, вон там дора хорошая вести. Да, не вырублено тут. Ну, тут попасть неудобно. Какие-то вот так они. Будете открошиться, наверное. Это у нас не очень крупные. Так, ладно, сейчас круг что замкну, посмотрю, все как-то. Ходить, конечно, будет очень плохо. Надо
марте делать нечего будет, вот приехать с танком каким-нибудь сразу и собирать. Сейчас просто с разведкой проехать, где есть она. Вышибнуть на езде, на снегу хватить не могу. Вот так вот. Так, сейчас я еще по... Тут лог большой. Сейчас я вдоль лога еще проеду. Посмотрю, как там есть, нет она. Дальше. Вот, ребята, охотники. Капкан. Стоит вот тут. Вот. Ящик. А вот куница сидит. И как я поймал, так в капкан, непонятно. Или зажал я в капкан, или нет. Вижу, что куница живая. Ой, здорово, держит на КП. Если она сейчас прыгнет случайно. Думаю, что она в капкане сидит там. Или так сидит, что-то не могу понять. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Что делать, не знаю, идти или ружье брать. Ну, вроде, в капкане вроде. Кот потерял. Куница, вижу, что шевелится. Ладно, сейчас возьму ружье на всякий случай. И буду подходить к ней, смотреть. Если буду бегать, то придется стрелять. Вот так вот бывает. Хитрая куница была, она очень осторожно тут вела себя. И похоже, начала она лапком оттуда выгребать мясо тихонечко. И вот видите, КПшным капканом поймала за обе ноги, за передние. Вот я думаю, что она тут какая странная себя ведет. Вот такая куничка. Долго она тут всем мурыжила, она никак не попадала. Вот. Так что попала все равно. Ну, очень осторожно, видите, брала. Обычно раз прыгает и капкан сразу, она очень осторожно подходила к этому капкану. Ладно, что капкан хорошо привязанный, а то бы убежала. Вот и думаете, что капканы привязывать нужно, или не нужно. Видите, какой хвост тут. Красота. Так что бензин уже оправданный. Вот такая у нас охота. Тут тоже, может, щага есть в этом лесу, он березы сколько есть. Сейчас ходить вообще невозможно. Тут в этих-то лесах еще как-то поменьше, а в березовых лесах по пояс местам даже. Ну, метр, около метра снега. Тут как-то то ли на деревьях, то ли в лесу теплее, он тает поменьше снега. Ладно, капкан снова снимаем, ставим. Так что ладно, вот такие у нас дела бывают. Чего только не бывает. Всяко бывает, и как только не поймают куничку. Вот и капканы КПшные. И уходят меня за шею. И всяко бывает. Бывает. Тут дорого ты поймала хорошо, ладно, что. Вот хитрая была, похоже. Осторожно, капкан шла. Ладно. Тут, похоже, снова птички расторожили. Прыгают, клюют там, похоже. Ну, раздолбили все мясо. А, мясо сейчас есть, свежего повешу. Вот, вдруг да куничка тут пойдет. Все равно движение есть кунички. Видите, фарш сделали птички. А вон сейчас кусок здоровый повешу, у меня есть там. Потому что уже все, скоро убирать надо. Вот, вот так вот. Все стало потеплее. Начало движение бобров. Видите, что на грызли тут ползают. Вот сейчас капканчик ставь, и все, бобр попадет. Надо же все, конечно,
охота еще не кончилась, можно было ловить, но капкана с собой нет, и второе, ладно, пусть живут, может, на будущий год все проедем, ну, как не на будущий год, на следующий сезон уже, через полгода будем промышлять, так, может, чтобы бобры тут, знать будем, где бобры есть, ну, не везде есть, так, ветер, наверное, вот так сползает туда, вон, везде в корягах. Дай возле речки проеду, посмотрю, как тут бобры ползают. Ну, ползают хорошо. Так, прокатил я 112 километров, проехал. Так, сейчас вещать поднимем. Должно видно. Вот 112 километров проехал. Сейчас посмотрим, сколько бензина у меня осталось. Заправлял полный бак. Бензина у меня осталось. Чуть больше 5 литров осталось. Много ушло, конечно, чуть побольше, да, чуть побольше, ну, 5 литров осталось бензина, здорово, ну, тяжело ехать, снег сырой, 15 будет даже, 130 будет бака. В таком снегу, потому что я ползал там по деревне, то есть по лесам ползал, там очень тяжело было. Ладно. Вот так вот сгонял сегодня, проверил капканчики, проверил, где щага есть. Щагу собирать еще как бы не получается. Снега около метра. Так что лазить некомфортно. Налазишь, а весь вымокнешь, много ничего не наберешь. Так, оставим на март месяц. Вот есть щага, проехал нормально там. Можно набрать. Попалось немного дичи. Снег идет. Погода, конечно, некомфортная. Так что ладно. Спасибо, кто смотрел. Подписываемся, пишем комментарии, ставим лайк. Всем пока. До новых встреч.